Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на разбор попал телефон Samsung Galaxy, Galaxy S4 Mini, модель i9192i, то есть S4 Mini Neo, насколько я понимаю. Проблема у нас в том, что у нас не реагирует тач. Хочу разобрать, посмотреть, может быть, была вода. Здесь у нас AMOLED-матрица. И как бы первый раз такой вижу, тач не работал на AMOLED. Просто так. Разбирается у нас просто. Изначально я думал, что разбирается у нас спереди, как все наши одноразовые Galaxy. Но нет, разбирается у нас по-человечески. Еще в то время думали о людях. Имеем немного болтов. Так что если их выкрутим, под батарейкой имеем слот под микро сим-карту и под SD-карту. Также есть вторая сим-карта в верхней части телефона. Опа, руки не держат. Телефон уже пытались прошить. Я уже его прошил раза три. Дело точно не в прошивке. Работают у вас нижние клавиши, но, насколько я понимаю, нижние клавиши у нас стоят отдельно от тачскрина, поэтому они реагируют. Для разбора я возьму свою любимую лопатку. И вот в эту щель нам нужно ее подсунуть. Вот так вот. Следов она не оставляет. Очень хорошо разбирает аппараты. Мне нравится. Хоть она и металлическая. Вот такая. Все, корпус расщелкнули. Скидываем корпус в сторону. Здесь у нас динамик в корпусе. Он нам не нужен. В верхней части шлейф имеем. Еще шлейф, одни шлейфа имеем, хотя и плата у нас одна. Также здесь у нас шлейф, и вот тут антенка в виде шлейфа. А сам шлейф дисплея у нас находится под платой. Вот здесь, вот он находится, мы его аккуратно вот так вот отстегиваем. Все, плата у нас включена. Ну, судя по всему, воды здесь все-таки не было. Почему отказал тач, мне пока не ясно. Все, телефон разобран. Вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.